Вот это когда крутится, получается бортик чуть толще, серединка чуть тоньше. Мастера и его Маргарита готовы удивлять. Пиццемейкер медового спаса Светлана Фролова 3 года в профессии, но продолжает совершенствоваться в искусстве приготовления. Пожалуй, самого знаменитого итальянского блюда. Неаполитанское тонкое дрожжевое тесто, приготовленное по особой рецептуре. Его заводят на ледяной воде и отправляют на созревание минимум на 72 часа. В этот момент успевают раскрыться дрожжи, успевает завязаться клейковина, которая очень нужна именно для пиццы. Почему нужна? Потому что долгое созревание. Мы готовим пиццу в печи. В печи температура 350 градусов. Обычное дрожжевое тесто за это время сгорает. Чтобы при высокой температуре тесто не вздуло шапочкой и из пиццы не получился татарский баурсак, заготовку векерят или дырявят. Еще один секрет, чтобы кусочек пиццы не провисал в руках, середина блюда должна быть хорошо прожарена. Тягучесть и влагу, которой все наслаждаются, придает моцарелла – молодой сыр. А итальянский соус, приготовленный по фирменному рецепту, делают из вкуснейших помидоров и ароматных специй. Хотя в зависимости от начинки возможны варианты – сливочный соус для рыбы или сладкий для фруктов и ягод. 3-5 минут в духовке, и пицца готова. Пицца очень популярна, особенно среди молодежи. Взрослые ее также любят, потому что пицца – такой универсальный продукт, то есть тесто, а на тесто можно положить все, что угодно. Там уже на любителя. Где-то кому-то поострее, где-то кому-то послаще. Кто-то любит мясо, кто-то любит рыбу, кто-то любит овощи. То есть в пиццу можно все, что угодно разложить. Большой спрос на это итальянское блюдо и рождает массу предложений. Пицца – чрезвычайно пластичное блюдо, и начинка в ней может быть практически любой. Главное, чтобы продукты сочетались между собой. Например, пицца с телячьими мозгами и баклажанами, пицца с индейкой и апельсинами, пицца с кальмарами, белыми грибами и кабачком. Вариантов море. Кафе «Медовый спас» открыли производство пиццы в пандемию, чтобы работать на доставку. И с тех пор объемы только увеличиваются. В месяц выпекают более 600 кругов. Ассортимент пиццы в России значительно отличается от итальянского. Количество вкусов зашкаливает. Например, в этом меню более 30 видов разной пиццы. Цезарь, пепперони и сладкая с ежевикой. Как раз ее я решила и попробовать. Очень необычный вкус. Сладкое, интересное, мне понравилось. Слюнки текут от одного вида и запаха пикантных колбасок, нежного сыра и томатного соуса. Сытно, аппетитно и очень вкусно. Кафе «Медовый спас» приготовит для вас самую вкусную пиццу. Мария Гребенюк, Ярослав Прохоров, «Тобольское время».